Отрезать такую шикарную бороду. Ох, видишь, как жалко. Отправьте меня с бородой, ребята, а? Не отсекайте, а? Ну, мало ли в Москве бородатка. Твоя бородища, милый, может все дело испортить. Нельзя, Кожевников, нельзя. Не можем мы доверить модель такому дикообразу. Ну, мало ли в Москве бородатка, а? Ну, вот Шмидт, например. Не хныть, Кожевников. Лучше запомни порядок включения контакта. Включай первые два, а затем четвертый. Комары. Но, Миша, не включай третьего контакта. Ошибешься, получится конфуз. Я ошибусь. Передашь, кому следует модель, сговоришься о постройке и вернешься обратно. Ладно. А бороду, милый, не жалей. Борода она потом вырастет еще страшнее. Стойте! Не стригите его! Важное заявление! Вопрос Кожевникову. Скажи, Миша, ты говорил Десятнику, что не вернешься из Москвы? Алеша! Говорил? Но меня заели комары. Вопросов больше не имеет. За 3000 километров от Москвы мы строим замечательную электростанцию. А инженер-гидролог, присланный осушить болото, бежит от нас. Его, видите ли, заели комары. Вопросов больше не имеет. Ты не поедешь. Но моя борода. Ты не поедешь. Ага, да. Уезжай хоть сейчас же. Но модели мы тебе не доверим. Алешку надо послать. Верно. А чтобы он не застрял там, поезжай с ним и ты, бабушка, комиссаром. Красота, Москву вижу. Ах, красота, красота. Я ни был в далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою, и слышу я голос родной. Московское солнце повсюду горит, повсюду лучи свои льет. Недаром в Испании город Мадрид московские песни поет.
Любого из нас и учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает хоть раз, не может ее позабыть. В ней сила народа, в ней Сталин живет, и с ним наша радость светла. И всюду зовут нас вперед и вперед его боевые дела. Враг не мечтал о войне, о новом кровавом пути. По нашей столице, по нашей стране ему никогда не пройти. В каком бы я ни был далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою и слышу я голос родной. Спасибо. Как вас зовут? Алёша. Алёша Коноплянников. Здорово, Алёша. Стоя, Новикова. Едем с ребятами из отпуска. Из санатория. Очень приятно. Да, очень приятно. Очень приятно. Попробуйте только потерять чайник. Будьте покойны. Ваш чайничек в надежных руках. Ой, Генрих, я погиб. Помогите поймать, товарищ. Нет, милая гражданочка, не бывает. Это же электротехника, химия, механика, физика. Мы еще с Алешкой живую модель Москвы сделаем. Да живую, а? Что ж, это тоже по-вашему чудо? Как? Живая модель Москвы? Живая? Да. Ребята, ну это же для нашей выставки. Бабушка, а где же ваш внук? Алёша! 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 Алёша!
Нет, кажется, этот. Или наоборот, вот этот. А мне кажется, этот. Он отстал, бабушка. Он отстал от строя. Батюшки вы мои. Отстал. Чай. Зоин, чай. Спокойно. Ваш чайничек надежно. В руках. Зачем отстать? Из-за вас. Скажите, ваша модель для нашей выставки? Какая тут модель? Ты все охаешь, бабушка. Как тут не охнуть? Внучек отстал у меня от поезда. Где его искать буду? Чистое горе, а не профессия. Сегодня не изобразишь, завтра не увидишь. Или сломает все к чертям, или что-нибудь обязательно выстроит. Вот тут и успей. Ну, вся Москва ходуном ходит. А! Ой, горе мое, горе. А вот и сестричкин дом. Батюшки! Ладно. Снимаю с себя ответственность. Как хотите. Мне что? Пожалуйста, пожалуйста. Я не отвечаю. Черта лыса. Мы еще выясним. Мы поговорим, кто отвечает за пейзаж. Зачем же вы не оторвали пуговицу? Ничего, ничего. Я еще до вас доберусь, голубчик. Да-да. Изобретение для выставки. Живая модель Москвы. Площади будут двигаться, улицы. Как чего прошу? Дайте же справочку, куда обратиться-то? А чертежи и расчеты к вашей модели есть? Все есть, все ясно, как стеклышко. Бабуся, а эту модель можно на выставке построить, а? Можно, милый, так для чего ж мы ее и привезли? Мамаша, я с выставки. У меня здесь машина, едем со мной. А как же вещи? Вещи заберем с собой, мамаша, едем. А внучку найдем? Внучку найдем, найдем, мамаша. Я граждан, я с вами, я могу помочь как художник, понимаете? Девяносто три копейки
не считая пуговиц. Если я вовремя не привезу Генриха, я пропала. У меня же дядя на Арбате, он нас выручит, поехали. Поросенков не пустит. Не пустит? Не пустит. А может, пустит? Не пустит, не пустит. Ребенком, мамаша. Он болен. У него свинка. Свинка. Ах, свинка. Так я же детский врач. Позвольте мне осмотреть пациента. Очаровательное личико. Но как болезнь исказила его черты. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам выходить. Нам выходить. Выходить. Это несомненная свинка. И при том удивительный, я бы даже сказал, безнадежный корень. Это изобретение гениально! Это техника! Да, техника. Найдем внука, строить будем день и ночь. Жить у меня будете, бабусь, только временно. Ох, женюсь. Женюсь, бабусь. Хороша ли девушка-то? Совершенство. Да вот, смотрите, бабусь, я ее в точности изобразил. Ну, а это я. Зоя! Да, Зоя. Вы ее знаете, да? Ты, милый человек, веди меня к ней. Через нее и внука найду. Да вы не волнуйтесь, бабусенька. Мы ее сегодня увидим на карнавале. Сегодня карнавальная ночь. Позвольте мне быть на карнавале вашим медведем. Да, но, к сожалению, медведь уже есть. Чайник. Горит, горит. До свидания. Простите. До свидания. Увидимся? Обязательно. Чайник. Thank you.
бабусенька, на этой скамеечке ни в коем случае никуда отсюда не уходить. А я найду Зою, приведу сюда, а там найдется и ваш внук. Москва крыляет любого из нас и учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает хоть раз, не может ее позабыть. В каком бы я ни был в далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою и слышу я голос родной. Наденьте маску или перейдите вон на ту аллею. Здесь аллея масок. Я, гражданин, отсюда никуда не уйду. Хоть ты тут меня зарежь. Тогда наденьте маску. Фу. Что? Скорая помощь? Да-да-да, институт Склифосовского. Да-да-да, помогите, доктор. Меня ослепила блондинка. Да угостить мороженым? Пригласить танцевать? Передаю ей трубку, пусть сама скажет. Слушайте, эта блондинка последний раз танцевала при царе Александре III. Зоенька, я очень волнуюсь. Вы не обращайте внимания, Зоенька. Вы моя Джоконда. Зоенька, знаете, вот лучше этой нашей картины о материнстве я уже ничего не создам, потому что я очень люблю детей, я мечтаю о детях. Я, кажется, очень волнуюсь. Будьте моей женой, Зоя. Ты скажи. Это так? Женой, ну, родной, близкой, навеки. Навеки? Ой, это даже как-то странно, навеки. Федя, милый, это пройдет. Пошли танцевать. Зоя, отвечайте, или я за себя не ручаюсь, Зоя. О, как страшно, пошли танцевать. Никуда я не пойду. Я вас ждал. Я все приготовил, Зоя. Алеша! Это Алеша. Я рада. Здравствуйте. Знакомьтесь. Ну, знакомьтесь же. Ненавижу белых медведей.
сейчас вернусь. И пойдем танцевать. Тьфу-ну. Ох, не люблю, когда возле одной девушки два белых медведя. Благодарю вас. Но вы ошибаетесь. Я не второй медведь. До свидания. Золотой мой, как я рад. И знаете что? Уходите. Уходите ко всем чертям, золотой мой. Как я рад. Обиделся. Обиделся. Обиделся и не уйдет. Обиделся и не уйдет. Что же, вы правы. Тогда я вам расскажу все как есть. Мы так похожи. Избавьте меня от одного медведя. А сколько их у вас? В том-то и дело, что два. Давайте вашу маску. Ой, чудно, пошли. Нет, я не дружу. Нет? Мешать не буду. А если сумею, то и помогу. Минуточку. Одну минуточку. Я. Молчите, внутри. Молчу, молчу. Я с вами готов молчать всю жизнь. Эх, Зоя, Зоя. А теперь веселиться, веселиться и танцевать. Не могу молчать. Скажите, да, или я погибну. Ой, так быстро. Да, Алеша. Жить очень интересно, Зоя. Любить. Хорошо любить и быть любимой. Что же вы молчите? Не хочу поддаваться колдовству этой ночи. Простите, буду резок. Постороннему человеку не задаю таких вопросов. У вас есть свой медведь. Я вам его сейчас приведу. И поверьте, он будет рад ответить на ваши вопросы. Сейчас я приведу вашего медведя. Она говорила со мной. Значит, она его не любит. Но тогда слова о любви относятся ко мне. К черту белых медведей. Вот вы где, Зоенька. Что вы такая грустная, а? Пошли день танцевать. Еще ближе, нежнее. Ух ты! Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Все ясно. На этой свадьбе женихом мне не бывать. Не бывать. Не бывать. Распишемся, Зоенька, распишемся. Умерьте ваш пыл, не то вы меня задушите. Нет, в ЗАГС, Зоенька, в ЗАГС, да? Слушайте меня. Пока я вас не полюбила, запрещаю вам об этом говорить. Но, Зоя... Никаких «но». Где ж их найдешь в таком садоме? У меня аж ноги отваливаются.
Дайте размеры павильона. Какие размеры? Заседает выставочный комитет. Вот те самые размеры. Модель 10 на 12, зал на 2000 мест. До свидания. Будьте здоровы. Хотите, я отвезу вас на машине к бабушке, а, Алёша? Федя, а я не смел бы сейчас честно смотреть ему в глаза. Федя, Федя, а что вот Федя? Поедем.
Люблю вас, Зоя. И нет больше сил душить это чувство. Зачем же его душить? Обманут товарищей и остаться в Москве, об этом страшно подумать. И никогда в жизни я не соглашусь об этом и говорить. И никогда в жизни я не уеду из Москвы. И ждать то просто глупо, и разговаривать об этом нечего. Все ясно. Но... Смотри мне честно в глаза. Ну? Федя, Федь, ну что, Федь, выкинь! Значит, Алешка, в Москве останешься? Нет. Значит, она с тобой поедет? Нет. Значит, внучек, расстанетесь? Да. Да окаянный-то я такой. Да на кой же ты ляд встрял-то между ними, а? Вот возьму жёстко ремень, да ремнём-то тебя. Послали надежного человека в Москву, а надежный человек взял да и влез в чужую жизнь. Нате-ка вам. Выходит, не зря меня комиссару-то направляли. Ведь это же любовь, бабушка. Как ее спланируешь? Любовь, любовь. А ты посторонись, Алёша. Посторонись. Постараюсь, бабуся. Ну, то-то же. Куда? Куда? Остановите! Разрушилось! Не двигайте мне дому! Я еще не успела изобразить! Отключи нож! Ради! Мне нужно только 2 дня! А? Трогай! Вы ответите! Ах так? А у меня уже почти готово. Сестричка! Метис тебя разыскиваю. Батюшки, что там такое? Батюшки, куда же ты Москва-то уезжаешь? А ты куда же это наш город-то едешь? Батюшки! Куда? Башня! Барышня! Куда же ты Москва-то едешь? А? Не знаете? Может, это только твою комнату куда-то двигают? Да как же это возможно? Вода льется, свет горит, телефон работает. Алешку-то опять потеряли. Слезай, сестрица, догоним. Вещички-то надо а вот взять. Бери, бери, что тебе дороже тут всего. Ну вот, самоварчик-то возьмем. Бери, пожалуйста, бери, бери. Чего старушки шум поднимаете? Батюшка, куда же с Москвы-то уезжаете? Ну, куда? Это же наш дом двигают. Один, значит, туда, другой туда, а третий увезут в переулок.
Да что ж это, мебель, что ли? Дома-то двигаете. Вот сегодня дом с места А завтра, пожалуй, всю улицу в Сокольнике увезете. И что вам не сидится? Только зря ведь старух пугаете. Только пугаете зря. Ну, здравствуй, сестра. Да, здравствуй. За внуком приехала, да, с Алешей. Что ты? Делать. А что? Да ведь мы ждем вас с утра. Спокойно, товарищ, спокойно. Несу Петровку, несу площадь Пушкина. А вчера сдал юго-запад? Что, товарищ? А где Плющиха? Плющиха где? Вы должны были ее принести еще третьего дня. Я уже который день прошу двух помощников. Разорваться мне, что ли? Помощников просите у дирекции. Хорошо. Хорошо. Вы настоящий художник, Федя? Нет. Я неудачник. Я большой неудачник. В эту картину о материнстве я вложил всю душу. И Зоя не хочет позировать. Избегает меня. Здорово. Вы изумительный художник, Федя. Вы обязаны закончить эту картину. А? Помогите мне в этом, Алеш. Уговорите Зою. Хорошо. Это я вам обещаю, Федя. Но не только это. Алеш, не обижайтесь. Но вы главная помеха. Скажите, вы действительно уедете, когда кончите строить модель? Я действительно уеду из Москвы, Федя. Я вам не помеха. В руку, товарищ. Я клянусь, я напишу Джоконду. Товарищ. Тимофей, здравствуй, ну как живешь? Ничего, ничего. Ух, и похорошел ты, Тимофей. Да, похорошел. Да ты вся шутишь, Федя. А, Зоенька, здрасте. Никогда, слышите, никогда я не буду вашей Джокондой. Прощайте. Что вы, Зоя? Это мое письмо. Ради шутки я положила его к вам в карман. Но теперь оно уже ни к чему. Зоя! Зоя! Хороший вы товарищ, поймите. Вы не можете ехать на стройку. Я не могу остаться в Москве. Бесчестно говорить о любви, если отношения не имеют будущего. А тут интересный художник. Пишет вас замечательную картину. Он горячо любит вас. Что? Вы, может быть, сочтете нужным восстановить мои отношения с Федей? Я даже обязан это сделать. Ах, вот как. Найдите мне Федю. Я назло вам влюблюсь в этого парня. Хорошо. Я найду Федю. А как можно влюбиться на зло? Понимаете? Зоя, Зоя! Джоконда! Простите, у меня такое горе, вряд ли я что соображаю. Пап,
Послушайте, снимите ботинки. Ах, ботинки. Ой, какой рассеянный. Очень добры. Вот я всегда прогоняю горе улыбкой. И знаете, от души и вам советую испытать это средство. Спасибо. Я завидую вашему мужу. Уехать из Москвы, не поговорить с вами еще раз. Вы поедете со мной, я уговорю вас, украду, увезу силой. Вы с ума сошли. Сядьте! Я не могу уехать со знанием, что полюбил непатриотку. Что? Да. У нас глушь, комары, осенью грязь. Вам пришлось бы надеть болотные сапоги. Но вы поедете со мной, Зоя. Или вы лгали, говоря о любви. Не поеду. Не поеду. Нечего вам больше сказать. Зоя. Только попадись мне. Дети, посидим.
Какая девушка? Какая девушка? Вот с кого писать счастливую мать. Какая женственность. Это вы? Я. Ах, это вы. Глаза выцарпаю. Убью. Встречайте удар улыбкой. Встречайте улыбкой. От души советую испытать это средство. Убить вас мало за вашу рассеянность. Что, больно? Больно. Ну, рассказывайте, какое там у вас еще горе? Оно не так уж и велико. Кстати, как вас зовут? Если кстати. Зовут Оля. Оля. Оля, если это возможно, не считайте меня сумасшедшим, но я напишу с вас вторую Джоконду. Пустите, вы сумасшедший! Нет, я не сумасшедший, я одержимый. Я напишу с вас счастливую мать. Нет, вы просто сумасшедший! Дайте мне болотные сапоги. Болотные? Да. Пожалуйста. Дайте дамские болотные сапоги. Дамских болотных не держим. Заверните. Пожалуйста. Вы чудовище! Как вы смеете говорить о любви, когда вот-вот нагрянет дипломная комиссия? Это же не лирика, а кошмар. Уходи! Вы мне срываете защиту диплома. Уходите! Но я люблю вас, Оля! Я люблю вас! Оля, выслушайте меня. Нет в жизни человека дороже вас. А если я найду его, тогда согласны? А, где вы его теперь найдете? Спокойно, спокойно! Сдавайте ваш диплом! Я найду его! Где он? Oh!
принесли. Ай! Такой? Сейчас? Каких только путей не бывает к сердцу любимой девушки. Шедевры искусств, лунный пейзаж, поэзия, подвиг героя. А у меня же какой-то проклятый поросенок. Ясно, я неудачник. Ровно в 12. Видите, что здесь творится? Куда ж лезете? Простите, мы опаздываем. Я тоже опаздываю. Все мы опоздали. Простите. Ждать больше невозможно. С ним что-то случилось. Вы могли бы управлять этой моделью? Боязно как-то. Пожалуйста, пожалуйста. Товарищи, простите, произошла авария. Ой, модель движется назад. Ой, ну что это? Что же это? Москва возвращается назад. Ну остановите, остановите. О, монастырь. Что вы делаете? Остановите! Остановите! Прекратите! Реконструкции Москвы, московские большевики проделали колоссальную работу. Взорваны старые дома и открываются просторы будущих проспектов. И вот Москва, огромная строительная площадка. Не по дням, а по часам, как в сказке, растут новые дома. На улице Горького, на Кировской, Дзержинской, Пушкинской, на Чкаловской. И только в одном 38-м году
5 новых мостов перекинулись через Москва-реку. Протекала речка Химка, на месте старого кирпичного завода воздвигнут Химкинский речной вокзал. А теперь посмотрите, товарищи, что сделают большевики с Москвой завтра. Новая вокзальная магистраль. Проспект Академии наук. Площадь Маяковского, Пушкинская площадь, площадь Восстания. За Ленинскими горами, в сторону Кунцева и Царицына, вырастет новый район Москвы, юго-запад. Наше московское метро свяжет этот гигантский новый город с центром Москвы. Набережная Москва-реки станут лучшим архитектурным украшением столицы. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Изобретение. Эту модель изобрела группа москвичей-инженеров с Выпинской новостройки. В далекой тайге мы, товарищи, по-прежнему любим нашу родную Москву и хотим хоть как-нибудь участвовать в ее грандиозной перестройке. В сердце и мысль молодых патриотов рвутся к нашей прекрасной столице. Но и стройку свою, товарищи, мы любим не меньше, чем любим Москву. Советскому человеку хорошо там, где он больше всего нужен нашей цветущей родине.
Я люблю свое болото. Ведь мы превращаем его в прекраснейший город. И вдруг... Не уезжай, Алеша. Не уезжай. Ну, подумай только. Мы будем жить в Москве, в самом центре. Балкон, газ. Хочешь, я тебе буду печь пироги с капустой? А, хочешь? Хочу пирогов с капустой. А еще я люблю ватрушки. И ватрушки, и пироги. Хочешь? Знаешь, я еще хочу купить хороший радиоприемник. Правильно. Кстати, объявление в вечерней Москве. Может, там купить за это? Угу. Ой, письмо. Откуда это письмо? Читай. Ну, читай же. Локон. Блондинка. Зоя, завтра я уезжаю на стройку. Прости, в Москве не останусь. Зоя. Нет уж, не увижу я больше Москвы. Нет, не увижу ее. А так бы старой чертовкой и соскочила. Да на метро, да на троллейбус. Да так бы 20 лет по Арбату и прыгала. Комиссар. Чего ж, оставайся, бабуся, а? Честное слово, оставайся. Чего тебе ехать? Ой, Алешенька, кажется, слезу. Ай, держи, Алешенька. Скорей, баб. До свидания. До свидания. До свидания. Прощай. Пиши, пиши. До свидания, бабушка. Старая чертовка, какой же из тебя комиссар? Срам один. Бабушка, Зойка, неужели с Алешкой едешь? Опоздала. Все кончено. Что сильно кончено-то? Чего ради не унялась-то? А самолет на что? Самолет. Ну да. Осушил я все болота. А комары? Есть у вас комары? Вывел, вывел комаров. Здорово, ну-ну! Привет, Алёша! Привет! Нет, нет, не может быть. Это было бы так просто. Есть у вас мука? Мука? Зачем мука? Клейстер! Живо, клейстер! Мы приклеим. Я должна слечить. Позвольте, но я же не хочу клеить бороду. Неужели вы не понимаете, как это важно? Здорово, друг! Здорово! Алексей, поздравляю! Чего меня поздравлять? Изобретал не я один. Премии от наркома везу всему товариществу. Здорово вы, черти, понастроили. А ты думал? Ты думал, мы все комаров здесь гоняем, да? А помнишь? Да-да-да. Ой,
Кажется, вы не обманываете. Значит, я сама ее выдумала. Ой, дурная же я. Простите за глупость. Влюбленные всегда немножко глупее. А дядя отрастил бороду! Жизнь моя сложилась бы иначе, если бы не этот твой роскошный веник. Оторвал. И эту оторвал! Доктора! Важное заявление! Вопрос к Алёшке. Что ты сейчас хочешь, Алёша, а? Хочу, чтобы строили мы красиво, как строят Москву. Есть! Что хочешь еще? А еще я хочу пирогов с капустой. Есть! А еще? А еще я люблю ватрушки. Есть ватрушки! А еще что хочешь, Алёша? Да ну будет, мало ли что я хочу. Что вы? Маги волшебники, что ли? Я маг и волшебник. Кремний-то усей. Клянусь тебе дать, что хочешь, сейчас же. Здесь, немедленно. Эх ты, маг-то усей. Из-за твоей-то усеевой бороды я потерял ту. Подай мне ее. Дина? Нет. Маша? Нет! Что я? Да. Откуда ты знаешь? Зоя! Алёша! Зоя! Столу, столу! Миша, ну что ты, Миша? Товарищи! Друзья мои, хороша стала наша Москва. На века построены памятники наших чудесных дней. Метро, канал, заводы, дома. Хорошо живем. Крепко любим, хорошо строим. И никому не отдадим построенного. Товарищи, друзья мои, не могу говорить. Петь хочется. В каком бы я ни был далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою, и слышу я голос родной. Московское солнце повсюду горит, повсюду лучит мои лёд. Мечтал о войне, о новом кровавом пути. По нашей столице, по нашей стране ему никогда не пройти. Мы с